вот маленькую. Посадила туда тюльпаны, посадила нарциссы. Вокруг вот этой детской площадки я обложила камушками, там бордюром-то было, а я сделала такую грядочку и туда посадила маргаритки. Вот с двух сторон маргаритки. Вот здесь у меня тоже такая золотистая травка кругом. Ой, да это потом летом как-нибудь приедете, посмотрите. Это вот сейчас нагребли здесь снега, я так переживала. Вот эти сирень, тут кусты, я все посадила. И все, ну так, помогали мне тут ребята таджики, кого попрошу. А дотаскалось камней сколько, так я у меня будут менять мне этот сустав тазобедренный. Таскала камни. А здесь вообще неблагоустроено все было, наверное, конечно, да? Я сюда въехала в квартиру, купили мы эту квартиру. Тут у меня работал рабочий, а я драила весь подъезд, потому что у меня заболевание такое психическое. Я куда не въезжаю, на Павлова, я тоже там порядок наводила, и весь подъезд у меня был в цветах, и газоны у меня были красивые, и детскую площадку я сама все сделала, и вот утром выхожу уже с метелкой. Со шлангом, с граблями, иду, значит, и давай детскую площадку там посадила, и все, ой, Лидия Константиновна, боже мой, сколько вам лет? Я говорю, мне 25, а все бабки выйдут, как вы знаете, так сядут на скамейку и сидят, и смотрят, а я шурую тут и со шлангом подметаю, то делаю, копаю, пропалываю, сажаю, в общем, вот так. И точно так же здесь. Вы видели, какие у меня здесь два газона возле подъезда. Один газон большой был до самой дороги. Цветов сколько, никто не мог пройти, не остановиться. И вот я утром выхожу, это как зарядка у меня. Выхожу и начинаю ковыряться, подпалывать, подпушивать, пересаживать, досаживать, поливать. Мне шланг купили наши, но я расскажу, что он все-таки мне эти наши.